Текстильщик завершил свое участие в Кубке России. В 1:32 красно-черные встретились с ярославским «Шинником». С этим соперником ивановцы уже успели сыграть в ничью в рамках первенства «Олимп-ФНЛ». На этот раз получилось иначе. С первых минут соперники были на равных, но на 33-й минуте игры хозяевам поля удалось обойти защитников наших ворот и открыть счет. Как ни пытались, отыграться ивановцы уже не смогли, как и ярославцы не смогли увеличить отрыв в счете. Итог встречи 1-0. Текстильщик вылетает из Кубка страны, зато сможет сосредоточить все усилия на первенстве. Завтра уже мы собираемся, тренируемся и послезавтра вылетаем в Ростов на матч чемпионата с «Чайкой» Песчано-Копская. Вот, все в таком рабочем режиме. Жалко, конечно, что не прошли дальше в Кубке. Хотели мы это сделать, и задачи перед собой такие ставили. Вот, ну, бывает некогда, уже на носу игра чемпионата, поэтому двигаемся дальше.